Самару прибудет передвижной музей воинской славы имени Героя Советского Союза Василия Александровича Павлова. Автобус Победы. Он приедет в воскресенье 30 июля и будет стоять с 12 до 18 часов на площадке перед музеем имени Петра Алабина. Здесь же разместится тематическая фотозона. Жителям и гостям города представлена возможность посетить музей в сопровождении экскурсовода абсолютно бесплатно. Напомним, торжественный старт автомотопробега передвижного музея состоялся 22 июня в Благовещенске. Общая протяженность маршрута составит 8 тысяч километров. В акции уже приняли участие 13 городов России, сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». В Самаре 30 июля с 8 утра до 23 часов вечера будет временно ограничено движение транспорта по участку улицы Галактионовской от Ульяновской до Полевой, сообщает телеграм-канал Департамента транспорта. Ограничительная мера не распространяется на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны. Автомобилистов просят заблаговременно планировать свои маршруты следования. Телеграм-канал Куйбышевского района Самары напоминает, что до Дня физкультурника осталось всего 2 недели. По традиции состязаться можно будет в совершенно разных видах спорта. В тени прилегающего к стадиону сквера будут проведены соревнования по дартсу, шашкам и шахматам, а на арене стадиона спортсмены смогут проверить себя в силовых видах спорта. Для комфорта будут работать волонтеры на раздаче питьевой воды. День физкультурника пройдет 12 августа на стадионе «Нефтяник» по адресу улица Стадионная, 1А, начало в 9:30.